Когда я в первый раз увидел этот элемент, он меня очень впечатлил. Этот элемент делается очень просто. Вам понадобятся только сухие ладони, крепкие запястья и небольшая сила трицепса. Приступим к изучению этого элемента. Первое подводящее упражнение – это укрепление вашего трицепса и запястья. Не забывайте про разминку перед выполнением упражнений. Хорошо разминайте кисти. Это вам понадобится. Также старайтесь, чтобы ваши руки были сухими, или если этого не выходит, оботрите магнезией или порошком. Второе подводящее упражнение будет тоже отжимание, но уже непременно на столбе или на шведской стенке. Это выглядит так. Для того, чтобы получился у вас элемент, сначала постарайтесь поднять пятки и прижать их к шесту.